Итак, сегодня я хочу вам представить очередной канал на Ютубе. Называется он Five Men. В общем, тут парнишка, за него кто-то мне заплатил деньги, видать, его друг какой-то, вот, чтобы я пропиарил его канал. Но этому каналу еще, по-моему, всего лишь 7 часов назад он создан. Тут всего один ролик, туториал по сампу. В общем, поддержим молодого парнишку. Вот, всего 4 подписки. Итак, канал Five Men. Ссылка на этот канал будет в описании. Итак, снова всем привет, снова с вами Дед. Сегодня у нас будет очередной ролик по сампу, по моему любимому серверу, SOL, сервер номер 3. Вот, давненько не было у меня роликов, ну как давненько, 2 дня всего. Просто меня закидали сообщениями ВКонтакте: Дед, когда новый ролик, когда новый ролик? Ребята, 2 дня, это нормально. Я смотрю топовых ютуберов, они тоже не каждый день выпускают ролики. Вот, а я еще не совсем топовый. Вот, ну ладно. Так, о чем сегодняшний ролик будет? Я долго думал, о чем же сделать ролик. И вот каков был ход моих мыслей и рассуждений. Так, дед у вас недавно побывал в тюрьме. Вы помните это. Потом дед был в отпуске. Вы тоже это прекрасно помните. Вот, ну, тот, кто смотрит мои ролики. Так, аккуратнее тут не попасть в аварию. После отпуска дед работал, активно работал, развозил продукты. Потом у меня было несколько роликов, или один, по-моему, там сходка была. Еще какой-то ролик был, я уже забыл, сейчас не помню. Вот. А, про рыбалку был последний ролик, это я помню, вспомнил сейчас. Вот. Рыбалка — это хобби. Но у меня тут есть еще одно хобби, даже не то, что хобби, а увлечение мое, которое мне очень нравится, это, значит, вот полеты на этих самолетах. А чтобы было... Сегодня я буду летать. Ну вот, самолет заправлен нормально. Так, надо хочу еще посмотреть в этом, в рюкзаке, что у меня есть. А, ну набор инструментов есть, если что, вдруг самолет сломается. А заправки, я думаю, нам должно хватить. Дело в том, что я хочу, чтобы было не так скучно, сделать такой небольшой квест. Квест, который придумал сам для себя. Квест заключается в чем? Квест выполняется вот на этом самолете. Здесь у нас штат Сан-Андреас. В этом штате, значит, есть 3 города, вы это знаете. В каждом городе есть вот такой аэропорт, аэродром со взлетными полосами. И вот моя задача, записывая вот этот ролик, ни разу его не прерывая, вот совершить такие мини-посадки в каждом аэропорту штата Сан-Андреас. Так, ну вот Лос-Сантос у нас, значит, аэропорт Лос-Сантоса у нас покорен, но это самое простое. Теперь, значит, летим по кругу небольшому и летим, значит, куда? В город Сан-Фьеро. Я думаю, тут это будет ближе всего. И, наверное, я пролечу, чтобы было мне интереснее, под несколькими еще мостами. Вам будет интереснее смотреть, ну, я надеюсь. Кому не очень понравится этот ролик, ну, значит, этот ролик кому-то не понравится. Это естественно. Некоторые ролики нравятся большему количеству, некоторые меньшему количеству народа. Вот, значит, дед придумал себе такое испытание. Я помню, когда учился на этих самолетах летать, 5 минут не мог быть в воздухе. Постоянно у меня куда-нибудь врезался, самолет у меня взрывался. А теперь вот, когда вот я играл еще, у меня не было канала, я тут накручивал пайдеи за пайдеями. У меня бывало, я по нескольку раз в воздухе заправлял самолет, потому что все летал и горючее кончалось. Так, вот этот тут очень опасный. Опа, получилось. Мост. Ну, он как опасный? Он опасный именно вот с этой стороны, когда под ним пролетать, довольно опасно. А с другой стороны, если лететь, там как раз наоборот, очень плавный заход под мост. Получается очень красиво. Так, ну вот, так что этот ролик будет у меня такой ни о чем опять. Дед играет в свое удовольствие. Вот я сейчас опять пришел с работы. И, значит, придумал себе вот эту фишку. Сделать, значит, такой ролик одним файлом. Буду стараться делать.
Но если не получится, вот если не получится, я даже пока и не знаю, что делать потом. Я надеюсь, что у меня получится. Может, второй дубль буду делать. Ну, желательно было бы мне завершить этот ролик сегодня, потому что я хочу его сегодня выложить на YouTube. Вот. Плавное приземление Сан-Фиера в аэропорту. Небольшое скольжение и взлет. Так, второй аэропорт у нас покорен. А, ну да, тут же еще есть этот, я не хочу его пропускать. Есть заброшенный аэропорт в пустыне. Я тоже хочу совершить на нем посадочку и взлет. Вот сейчас я буду заходить на него. Он тут должен быть совсем рядом. Правда, тут туманная сегодня погода, но вот по радару видно. Вроде мы заходим правильно на посадочку. Высоту не надо тут большую набирать. И скорость. Вот он, это заброшенный аэропорт. Это вот, когда я играл по сюжету и прошел вот эту школу пилотов, здесь вот на этом заброшенном аэропорту, миссии, которые надо было выполнять потом на самолетах, это были одни из моих самых любимых миссий. Ладно, не буду рисковать, хотел там пролететь сквозь эту арку в горах, дырку. Полечу просто так. Все-таки, еще раз говорю, это у меня цель такая, значит, сделать этот ролик за один присест. Потому что вот у меня уже жена пришла с работы, ждет меня, ужин там разогревает, а я тут ролик сделаю. Сейчас надеюсь, что я все-таки его запишу нормально, пролечу все как задумал. Вот, потом после ужина начну монтировать, значит. Надо еще пиарчик сделать людям. Народ, вот хочу к вам обратиться. Те, кто заказывает у меня пиар, вот, ну, цену вы все знаете. Просто вы, когда заказываете пиар, вы как-нибудь более конкретно это определитесь со своими планами. Потому что, ну вот, у меня очередь там, я записываю, значит, вас в очередь. Подходит ваша очередь, я начинаю вам слать сообщения, значит, в этом ВКонтакте. А вы мне не отвечаете. Очень много так, очень часто. Или это... Нет, ну, допустим, там у человека изменились планы, он, допустим, передумал там делать себе этот пиар, или там денег нет, или планы изменились. Я это понимаю, это все нормально. Ну, так ты об этом сообщи. Черкни пару строк сообщений мне ВКонтакте. Я вычеркну тебя из очереди и в следующий раз буду, значит, это сообщать другому человеку. А сегодня вообще прикол. Я не знаю, может, он еще опомнится. Парнишка уже и деньги мне отправил. Все, дед, сделай пиар. Все, деньги я уже получил, поэтому я обязан ему сделать пиар. Вот, кстати, у нас следующий аэропорт. Вот. Но он не отправил вообще мне ни ссылки, ни адреса сервера, ни ссылки сайта какого-нибудь. Что конкретно ему надо пиарить. Деньги дед получил, а как их отработать, я даже... пока не знаю. Ну, я ему написал, сейчас говорю, что ты делаешь-то? Я собираюсь ролик делать, мне надо. Ты мне деньги заплатил, а за что? Вот, так что, ребята, с этим делом, пожалуйста, как-нибудь поаккуратнее. Так, ну ладно, вот, все, все три города, аэропорта в городах мною покорены. Сейчас пролетим еще под одним мостом. Или не лететь под этим мостом. Опасно, блин. Не буду я под этим мостом лететь. Так все хорошо у меня идет. Вот, ролик получится не очень длинный, но в общем. Но зато так, как я надеюсь. Так, как я хотел. Я надеюсь, у меня все-таки так до конца и получится. Еще я сейчас хочу, значит, прилететь в город Лос-Сантос. Совершить посадку на тот пирс, где сейчас стоит моя машина. По-моему, я ее запер, не должны были ее угнать. Сесть в машину и поехать домой. Вот такая. Такое хобби у деда. Надо будет этот ролик назвать «Дед-авиатор» или что-нибудь в этом роде. Ну, еще подумаю.
Ролик, я надеюсь, выложить сегодня. Сейчас у нас вторник. Вот, 14 число. Сегодня такой 14 февраля. Праздник, день влюбленных. Вот, кто себя считает таковым, влюбленным, вот, всех, значит, поздравляю с этим праздником. Ну вот, все, прилетели мы, значит, в Лос-Сантос. Так, теперь надо зайти нормально к тому пирсу на посадочку. Это вам не аэродром, он тут на радаре не будет указан. Надо где-то угадать. Где-то надо угадать. Примерно вот сейчас надо поворачивать, я надеюсь. Угадал, не угадал, угадал, не угадал. Угадал. Нормально. И спокойненько, аккуратненько, аккуратненько здесь сбавляю скорость. Подруливая рулем. Эх, скорости сильно сбавил. Ой-ой-ой. Ну ладно. Будем считать, все равно получилось. Не совсем, конечно, красиво, но ладно. Получилось. Бежим теперь к своей машине. Как ни странно, вот где-то сколько тут я. Ну, небольшой сегодня ролик получился у меня. Пока небольшой. Сколько я? Минут 10, наверное, летал. Может, чуть меньше. За это время не пришло деду ни одного сообщения. Я имею в виду смс-ок. Ну и хорошо. Так, значит, все, закрываем машину. О, где-то на пайды нарвался. Очередной. Надо будет потом посмотреть, какой у меня уровень. А хотя, почему потом? Давайте сейчас глянем. Так, что у меня? Статистика персонажа. Так, у меня уровень третий. 11 из 16. До четвертого уровня мне, значит, еще надо 5 пайдеев, насколько я понял. Ну и ладно, будем знать. За квартиру у меня заплачено. Все, едем домой. Вот такой очень небольшой по сравнению с предыдущим роликом. Небольшое такое видео получилось у деда. Но очень аккуратное. Дед ни разу не сделал косяка. Не разбил самолет. Не попал, по крайней мере, пока в аварию. Не нарвался на полицию. Вот, и никто деду не помешал. Вот. Конечно, многие разочаруются, потому что дед опять играл один, ни с кем не фотографировался, не общался. Ребята, это потом... Я буду еще делать сходки, мы будем с вами встречаться, фотографироваться, делать селфи. Вот. Об этом я сообщу заранее. Вот. Следующий ролик я пока не знаю, но, скорее всего, я уже очень много играл в самп, я хочу еще поиграть. Если честно, я хочу поиграть в FIFA 17, но она, конечно, не очень вам нравится, потому что тут в основном у меня фанаты GTA, я и сам фанат GTA. Вот. Но я хочу поиграть, ну ладно, раз не FIFA 17, тогда хочу поиграть в GTA 5 онлайн. Еще пройти несколько каскадерских гонок в прямом эфире. Вот. Ну вот. Ну а на сегодня, значит, вот. Все, дед пригнал машину домой и пошел домой. А я пойду ужинать. Ну и он, наверное, пойдет ужинать. Хотя да, а нет, у меня вот сердечки есть. Ну ладно, не буду сейчас сердечко брать, лишний раз тратить его неохота. Они все-таки стоят денег. По-моему, вот так. Так что вот все, всем пока. Вот мы с ним машем вам рукой. Сейчас я пойду ужинать. До следующих роликов, до следующих видео. Всем пока.